водитель-то? Еще раз спросить, кто водитель-то? Я водитель. Куда что, уехал? Никакая не брос, не ехал. Там эта машина оформлена на человека, он просто еще в армии. Ну, у вас там есть там договор по продаже? Конечно, все есть. То есть на каких-то хоть основаниях управляешь? Он тебе разрешил ее взять? Конечно. А на нее документы есть? Или сейчас при себе нету? При себе нету. А. Ну вот сейчас с хозяином разговариваю.